Друзья, рубрика про витамины, и сегодня наш герой витамин А. Что делает? Это очень мощный антиоксидант, при этом он восстанавливает витамин Е. Еще расскажу о нем. При этом он способствует тому, чтобы селен был включен в соответствующий фермент, который очень мощно борется со свободными радикалами и сам по себе является борцом со свободными радикалами, а значит не будет аллергии, воспалений, аутоиммунных заболеваний и злокачественных опухолей. Второе, это все эпители. Запомните, если у вас плохая кожа, от дерматитов до гусиной кожи, если у вас синдром дырявой кишки, аллергия, аутоиммунные заболевания, то, скорее всего, это дефицит по витамину А. Следующее – бесплодие. Если семейная пара бесплодна, то, соответственно, у кого-то дефицит по витамину А, и если даже получилось беременность, то могут быть пороки развития. Сколько надо витамина А? Минздрав говорит, достаточно 3300 международных единиц, вот, но он недоучитывает, что онкология, а это патология эпителиев, на втором месте по смертности, и он не учитывает, что каждая пятая семейная пара не может завести детей. Поэтому мы с вами концентрируемся на циферке 10 тысяч международных единиц. Но у нас же еще есть провитамин А, это бета-каротин, в основном растительные источники. Поэтому нужно взять 6 миллиграмм, это минимальная дозировка бета-каротина, но лучше 15, лучше 15. Где содержится? Сейчас мы с вами о ретиноле. Где содержится ретинол, тот, который витамин А? Содержится в печени. Это очень хороший источник. Просто должны быть непромышленные животные. 30-50 грамм печени трески или телячьей печени. Это уже очень хорошо. Рыба придется 6 килограмм съесть. Или съесть 12 яиц. А теперь про витамин, бета-каротин. 150 грамм морковки свежей, 180 немножко притушенной. Только помните, что мы сочетаем с маслами, потому что это жирорастворимый витамин А, жирорастворим. Если захотите из овощей и фруктов взять, придется 50 килограмм съесть. Ну, как бы вообще нереально каждый день. Или 5 килограмм сливочного масла. А может, у вас дефицит? У каждого третьего ребенка точно дефицит. Если ребенок до 5 лет, точно дефицит по витамину А. Если у вас бесплодие, это точно дефицит по витамину А. Плохая кожа, точно дефицит. Кандидоз, синдром дырявой кишки, аллергия, аутоиммунные заболевания, плохое зрение, особенно куриная слепота, ну это прям запущенный дефицит. Какой выбрать? Только натуральный. Синтетический витамин А очень опасен для здоровья, поэтому вы должны доверять своему товаропроизводителю и трясти его время от времени, чтобы он перед вами отчитывался. В моноварианте вообще не вижу никакого смысла в применении витамина А. А цинк, а селен, а витамин Е дать? Используем суперкомплекс или защитную формулу.